Валентина Сафронова ходит в поликлинику каждый год. Женщина – ветеран труда, поэтому зубопротезирование для нее бесплатное. Говорит, что льготной программой очень довольна. Мосты, вот он мне ставит мосты, поставил мосты один раз, теперь вот прошло время, теперь они прохудились, он их заменяет. В бесплатный перечень зубопротезирования входят практически все работы. Единственное, что по льготам не смогут предоставить врачи, так это операция с использованием металлокерамики. Зубопротез, зубы ставим. Государство бесплатно ставит, как ветеран труда. Я доволен. Каждый год через медицинские кабинеты проходят порядка 1500 льготников. Но в этом году пациенты большую активность не проявляют. Может быть, это хорошее качество нашей работы. Но, тем не менее, пока год не завершен, мы хотим пригласить тех, кто не успел воспользоваться своей льготой на зубопротезирование. Кстати, льготной программой могут воспользоваться не только ветераны войны и труда. В список также входят реабилитированные и репрессированные граждане, люди, имеющие ордена за заслуги перед республикой и медали «Материнская слава». Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.